Приветствуем вас, дорогие зрители канала X-Delayed. К нам приближается очередной Новый год, и мы хотим уже в качестве традиции подвести итоги работы команды. Этот год был первым полностью рабочим годом для нашего проекта. За 2013 год мы успели озвучить и создать более 250 видео, которые в сумме собрали около 4 миллионов просмотров на YouTube. Также к числу наших зрителей прибавилось 20 тысяч пользователей YouTube и 6 тысяч пользователей ВКонтакте. Хоть мы и не всегда следуем вкусам большинства зрителей, все же надеемся, что часть наших видео оказались для вас интересными и познавательными. Еще хотим рассказать об изменениях, которых было немало в прошедшем году. Мы впервые со времен создания сменили стилистику, что стало важным шагом на пути развития проекта. Состав коллектива также подвергался постоянным изменениям, и мы хотим выразить благодарность тем людям, которые хоть и недолго, но помогали проекту, жертвуя своим временем и силами. Касательно состава, действующего на момент создания этого видео, то кроме четырех людей, которые присутствовали в нем перед 2013 годом, диктор Хронош, редактор Fail Night, переводчик Zeratul и режиссер монтажа Йогус, к нам присоединились такие важные для проекта люди, как женский голос Hate The, второй режиссер монтажа Гринч и также второй переводчик Tenebris. Для разнообразия мы также создали второй англоязычный канал, где в основном будем выкладывать англоязычную версию сквозь историю Рунтеры в исполнении нашего женского голоса. За прошедший год мы успели сменить немало серий видео. Некоторые перестали озвучивать из-за отсутствия интереса к ним с нашей стороны, другие из-за отсутствия возможности ими заниматься, но им на смену всегда находились другие. Надеемся, в следующем году мы опробуем свои силы в каких-то новых жанрах. Свои предложения по работе команды, а также вопросы просим вас писать в специально созданном обсуждении ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Но давайте немного отвлечемся от организационных вопросов и уделим время событию, к которому и приурочено данное видео – Новому году. Это время перемены, надежд на то, что в новом году сможем что-то изменить в лучшую сторону. Мы же со своей стороны желаем вам развиваться во всех направлениях, ни в коем случае не зацикливаться и не останавливаться в случае неудач. Почаще отрывайте попу от мониторов и преодолевайте границы своих возможностей, идите вперед и не оглядывайтесь. Также желаем всем геймерам сочных релизов и удачного нового сезона Лиги Легенд. Ну и, наверное, самое главное, хорошо повеселитесь и отдохните. Команду X-Delayed в новом году в первую очередь ждут каникулы. Они начнутся сразу после этого видео и продлятся до 13 числа первого месяца. На протяжении этого времени мы не будем выпускать видео в нашем стандартном режиме 4-6 видео в неделю, но некоторые ролики все же будут появляться. В начале нового 2014 года мы также ожидаем новый добор желающих в команду, а также несколько конкурсов с денежными призами, приуроченными к будущему юбилею количества подписчиков YouTube-канала. Так что не забывайте следить за нашим пабликом ВКонтакте. В общем, наша команда имеет много интересных идей, которые мы постараемся реализовать в следующем году. Поэтому оставайтесь с нами, самое интересное еще впереди!